Здравствуйте, подписчики моего канала. Привет, поклонники YouTube. И все, кто смотрит данное видео. Значит, виноград мой, хочу поделиться своим видео о том, как он развивается на данный момент. Сейчас у нас середина лета, почти середина лета, 11 июня, июля. Вот, я на винограднике не был приблизительно 2 недели. И теперь посмотрим, что за эти 2 недели, значит, у меня надо сделать на винограднике. Значит, во-первых, надо сделать полив сейчас. Значит, под каждый куст приблизительно я выливаю литров 50. Как я поливаю, можете зайти у меня на канал и посмотреть мой способ полива. Так, и дальше. Значит, в прошлом году здесь был вот один такой вот рукавчик сформирован. На этом рукаве я уже хотел получить урожай, я оставил одну гронку. И эту гронку, значит, я получу урожай, и дальше у меня будет, значит, рукав будет продолжаться. То есть в этом месте я его где-то там отрежу и оставлю такой вот один рукав, значит, с основания куста, там с одной первой или второй почки я сделал второй побег. Вот он уходит, второй побег. То есть на конец этого года у меня будет здесь один, здесь второй побег и вот тут третий. То есть это будут все будущие рукава. И, значит, я уже здесь на этом кусту делал пасынкование один раз или два даже. Видите, как бы новые пасынки не появляются. То есть нормально. Есть у меня разные кусты винограда. То есть я говорю, что я 2 недели не был на своем винограднике. И как видно, вот здесь, допустим, особенно пасынки не появляются. Есть другие кусты, какие-то сильно рослые или очень, ну, как бы подвержены, способны на такое вот пускание пасынков. К ним надо заглядывать почаще. Вот здесь вот это можно обламывать. Вот такие маленькие на краю, на конце уже побегов, можно обломать. Вообще, как бы куст развивается нормально. Главное правильно полить куст, пасынковать и сделать вовремя опрыскивание от болезней. И будет толк. Значит, если вам, как бы, интересно продолжение видео про этот куст и в частности про виноград, подписывайтесь на видео, смотрите какие-то обновленные видео, смотрите про формировку винограда, про полив и вообще, как бы, про разные житейские вещи. До новых встреч!